Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по поводу», в студии Вячеслав Селезнев. Мой собеседник Елена Брагина, заведующая отделом жилищных программ администрации Березовского района. Тема нашего сегодняшнего разговора – реализация жилищных программ в текущем периоде. Но прежде чем начать, здравствуйте! Здравствуйте! Елена Владимировна, прежде чем начать наш диалог, что входит в функционал возглавляемой вами структуры? В функции нашего отдела входит исполнение полномочий в рамках федеральных и региональных жилищных программ. Также по переданным полномочиям мы приобретаем жилые помещения для такой категории граждан, как детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Основные мероприятия нашего отдела исполняются в рамках муниципальной программы обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Березовского района. Действие программы рассчитано было с 2018 по 2030 год. А что касается мероприятий, которые осуществляются в рамках реализации муниципальной программы обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Березовского района 2018-2025 годы и на период до 2030, что уже де-факто сделано или делается? В рамках муниципальной программы мы приобретаем жилые помещения. Это прежде всего для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, для обеспечения граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся по договорам социального найма. Также формирование специализированного жилищного фонда для предоставления работникам бюджетной сферы служебных жилых помещений, маневренный фонд. Предоставляем субсидии молодым семьям, многодетным семьям, ликвидируем приспособленные для проживания строения, а также предоставляем субсидии отдельной категории граждан, это ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов. А насколько качественно вышеперечисленные программы притворяются в жизнь на территории нашего муниципального образования? На сегодняшний день нами приобретается жилье на территории всего муниципалитета. Это городское поселение Игрим, поселок Вензитур, поселок Сосево, село Теги, поселок Березово. На сегодняшний день на реализацию данного мероприятия выделено более 226 миллионов. Средства рассчитаны за счет финансирования из окружного бюджета и местного бюджета. Какой пропорции? 89% это средства автономного округа, 11% средства муниципального образования Березовский район. А много ли по факту было приобретено жилье? На сегодняшний день не все жилье еще приобретено. Муниципальные контракты заключаются с застройщиками, но проведен 51 аукцион. Все аукционы состоялись и заключаются муниципальные контракты. Муниципальные контракты на приобретение? Да, на приобретение готового жилья. Но также заключается у нас два муниципальных контракта участия в долевом строительстве в поселке Игрим. А что касается вторичного жилого фонда? В рамках данной программы предусмотрено стимулирование застройщиков и не предусмотрено приобретение жилья на вторичном рынке. Но, тем не менее, вы приобретаете жилье на вторичном рынке для оказания, для притворения в жизнь тех либо иных программ? На вторичном рынке мы приобретаем жилье только для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. И много ли таковых? Я имею в виду, уже было приобретено квартир. В этом году приобретались жилые помещения не только на вторичном рынке, но и у застройщиков для данной категории граждан. На сегодняшний день приобретено 3 квартиры в поселке Вензитур, 4 квартиры в поселке Игрим, 1 квартира в поселке Березово и 1 квартира в поселке Сосево. А каков алгоритм приобретения квартир для детей-сирот? В рамках действующего законодательства все квартиры приобретаются путем электронных аукционов. Например? Ну вот, допустим, кто-либо из жителей, ну скажем, Березова, либо там Игрима, решил продать свою квартиру. Если физическое лицо желает продать и выйти на аукцион свое жилое помещение, ему для начала необходимо получить электронно-цифровую подпись, пройти аккредитацию
на площадке Сбербанка СТ, где у нас размещены электронные аукционы, и далее ознакомиться с аукционной документацией. Если по всем показателям жилое помещение соответствует требованиям заявленного в аукционной документации, то физическое лицо может принять участие в электронном аукционе. Какой у него шанс на реализацию своей квартиры? Шанс будет зависеть от того, сколько участников выйдет в аукцион, и кто будет объявлен победителем. Победитель объявляется, видимо, исходя из критериев, кто меньше цену предложит за свои жилые помещения, либо есть какие-то установленные стандарты. Либо, если будет заявлено несколько участников, будет электронный аукцион, либо заключение контракта будет с единственным поставщиком в случае подачи одной заявки. Что касается цены квадратного метра на сегодняшний день, к примеру, если речь идет о приобретении жилья для того же самого ребенка-сироты? Стоимость квадратного метра выводится, исходя из предложенных коммерческих предложений, также физических лиц, застройщиков, и выводится средняя стоимость. Зависит ли цена продаваемой квартиры от метража, либо вот установлен конкретный метраж, допустим, там 30, там 33, 35 метров, и независимо от того, какая квартира реализуется, пусть она будет хоть 72 метра, в любом случае будет оплачена за тот стандарт, который установлен. Требования для приобретения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей жилых помещений, установлены исходя из стоимости квадратного метра, не превышающей стоимость по приказу региональной службы по тарифам на соответствующий квартал, и 33 квадратных метров для одного ребенка. Таким образом, сколько у нас квартира будет стоить, к примеру, в Березово, в случае, если человек решит ее реализовать? На сегодняшний день нами выведена стоимость жилого помещения по Березову 1 701 150 рублей. Что касается качества жилого помещения, только капитальное? Да, предпочтительные жилые помещения в капитальном исполнении. Чтобы один собственник? Ну, на аукцион может выйти только один собственник. Это технически предусмотрено площадкой. От момента подачи заявки на аукцион до фактического отчуждения жилья, как правило, сколько времени проходит? В пределах полутора месяцев. От начала опубликования электронного аукциона до момента заключения контракта и перехода права собственности на квартиру. А что касается такого вопроса, как претворение в жизнь программы переселения, на сегодняшний день она действует? Да, программа действует, есть федеральная программа, где предоставляются гражданам государственные жилищные сертификаты, финансирование которой предусмотрено за счет средств федерального бюджета. И действует региональная программа по предоставлению жилищных субсидий гражданам за счет средств сотрудничества. А какая программа наиболее выгодна для вероятного переселенца, федеральная либо региональная? В текущем году, к сожалению, финансирование за счет региональной программы не осуществлялось. Осуществлялось финансирование и выдача государственных жилищных сертификатов только в рамках федерального законодательства. О какой сумме идет речь? На сегодняшний день по Березовскому району выдано 24 государственных жилищных сертификатов на сумму более 37 миллионов. По факту один сертификат сколько стоит? Сумма сертификата зависит от состава семьи, выбранного населенного пункта, куда хочет семья переехать, и стоимости квадратного метра в том регионе, в который будет приобретаться жилое помещение. Следующий вопрос. Молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, есть какие-либо возрастные категории для данных ячеек общества?
Да, конечно, и есть возрастные категории. Молодая семья, в том числе неполная молодая семья, имеющая одного родителя и одного и более детей, может претендовать на участие в данном мероприятии, если на дату постановки данной семьи департаментом строительства в список претендентов не исполнилось 35 лет обоим супругам либо молодому родителю. Также молодая семья должна подтвердить свою нуждаемость и подтвердить, что у нее имеются доходы для приобретения жилья. Также необходимо будет подтвердить проживание в автономном округе не менее 15 лет. Если меньше? Если меньше, тогда по критериям семья не подходит для участия уже в данном мероприятии. Им предоставляется субсидия? Будет отказано в предоставлении субсидии. Я понимаю, если больше 15 лет, им будет предоставлена субсидия. Да, они могут претендовать на получение субсидии, либо на приобретение жилья, либо на погашение ипотечных займов. А какие суммы установлены? Сумма будет установлена, исходя из состава семьи, стоимости квадратного метра, установленного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 30% от расчетной стоимости жилья получат молодые семьи, не имеющие детей, и 35% получат молодые семьи, имеющие детей. А что касается поддержки многодетных семей, именно многодетных? На сегодняшний день в рамках данной муниципальной программы реализуются мероприятия в виде социальной выплаты многодетным семьям, принятым на учет на получение земельного участка до 2 апреля 2016 года включительно. Эти многодетные семьи могут претендовать на получение субсидий для приобретения жилья, либо на погашение также ипотечных займов. А что касается такого вопроса, о котором, в принципе, говорил президент, в принципе, говорил и губернатор, я имею в виду вопрос балков на территории нашего, в частности, муниципального образования. На территории Березовского района в реестре ликвидации расселения приспособленных для проживания строений состояло 47 так называемых балков. На сегодняшний день в полном масштабе идет расселение данных строений. Гражданам выдано более 35 свидетельств на получение субсидий для приобретения жилья. Частично граждане уже приобрели и получили социальные выплаты. Было перечислено более 47 миллионов. Некоторым гражданам будут предоставлены жилые помещения на условиях коммерческого найма. Есть и такие, которые у нас добровольно отказались от участия в мероприятии, либо по условиям программы, по критериям не подошли для участия в мероприятии. Наличие жилых помещений, выезд за пределы муниципального образования. А в каких населенных пунктах Березовского района еще остались балки? В поселке Игрим числится у нас 4 приспособленных для проживания строения. В поселке Холимсунд 7 таких строений. И 36 строений у нас в селе Саранпауль. Самое большое количество. А чтобы попасть по данную программу, требуется переселиться в благоустроенное помещение именно в пределах муниципального образования? Нет, в рамках нашего мероприятия было предусмотрено приобретение жилья на всей территории автономного округа, но в капитальном исполнении. За пределы Югры не получится уже выехать, да? Согласна? Нет, такого условия нет, к сожалению, в данной программе. А что касается вопроса переезда из районов Крайнего Севера, насколько данная тема у нас активно притворяется в жизни муниципального образования? В списке граждан, желающих переехать из района Крайнего Севера, состоит более 1000 человек. Но ежегодно подают заявление о желании получить сертификат порядком 400 человек. А какие планы, что можно ожидать в 2019 году? В 2019 году начинает действие новая муниципальная программа, которая будет называться «Развитие жилищной сферы в Березовском районе».
Данная программа была разработана и утверждена на основании государственной программы. В данной программе будут также предусмотрены мероприятия по приобретению жилья для переселения граждан из аварийных домов, для обеспечения жильем граждан, состоящих на учете, и формирования маневренного жилищного фонда. Также будет предусмотрено предоставление субсидий многодетным семьям, молодым семьям, отдельной категории граждан, это ветераны боевых действий, инвалиды, семьи, имеющие инвалиды. Спасибо, что пришли к нам в студию. Всего доброго!